Жили-были, были-жили два брата. Один хуй, другой лопата. Один хуй, другой лопата. И однажды из военкомата пришли повестки явиться срочно. На службу вам нужно. И они пришли, их кое-как одели, обули криво, косо потренировали. Оружие собрали, разобрали, чуть-чуть постреляли. Старую рваную поношенную форму дали, прокладки и тампоны дополнительно закупили, чтоб затыкать дыры. И им сказали, все к выполнению тактических оперативных задач вы готовы. А ну скорей полезай в окопы. Первый долбоеб на первый, второй, рассчитай и в рай. Все на месте, держать оборону до прихода вооруженных сил Украины. Павлы, скотины, они сидели, ждали, пели, траливали. Вдруг внезапно сверху скинули гранаты. А ты, баты, больше не солдаты. А ты, баты, больше не солдаты. Разорвало парня, парня молодого. Парня молодого, 20 лет. И второго так же, только ему было 30 лет. Разорвало парня, парня молодого. Парню молодого, 20 лет. И второго так же, только ему было 30 лет. Только ему было 30 лет. Прием, прием, как слышно? На связи унитаз, на связи унитаз. Очень плохо слышно вас. Разорвало парня, парня молодого. Парня молодого, 20 лет. И второго так же, только ему было 30 лет. Разорвало парня, парня молодого. Парня молодого, 20 лет. И второго так же, только ему было 30 лет. Прием, прием, как слышно? На связи унитаз, на связи унитаз. Очень плохо слышно вас.